Ничто не ново под луной. Сунь Цзы. Искусство войны. Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ. Советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые. Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно. Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве вей пасет скот. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину, и тогда мы пройдем сквозь открытые ворота. Китай, 5-е столетие до нашей эры. Кто действует так, как сказал Сунь Цзы, это враги государства, а точнее нашего Отечества.